Какое это было путешествие! Форт иссох, но всадник освободил его воды, и творцы возрадовались тому, что в их кузнице вновь горит пламя. В огне они сотворили ключ, тот, что может пробудить камень.
Горвуд лежит под землей. Значит, мы потеряли одного из наших величайших союзников. Итак, кого ты убьешь следующим? Ты пожнешь, я посею. Наш черный урожай един. Сердце в лесу, спящий разум. Разбуди его, всадник, или ты никогда не выберешься отсюда. Я ищу хранителя. Кем он был? Когда-то он был великим строителем. Уже много веков он спит. Некоторые считают, что его сны помогают создавать наш мир, придают ему форму и цвет. Если так, шаманка, то этот сон давно полон кошмаров. Thank you.
Благодарю. Я предложу это лесу.
Кто потревожил мой сон? Существо из плоти в кузнечных землях. Ты не похож ни на ангела, ни на демона. Когда я проснулся в прошлый раз, они были детьми Создателя. Но ты... Я не узнаю тебя. Сколько ты спал? Сколько? Я не знаю. Но кажется, я пока что только наполовину пришел в свое нормальное состояние. Когда конструкты спят, камни странствуют. Может, ты найдешь мою капризную половину и вернешь ее мне. И как я это сделаю? Возьми это. Это кусочек меня. Он разбудит древний камень и напомнит ему о жизни. Как мне к тебе обращаться? Уран. Так меня звали во плоти. Но у камня нет имени. Не место для лошади.
Идти одному.
Ха-ха!